Улица Нагорная в поселке Катунь славится своими ухабами, а в дождливую погоду еще и глубокими лужами. И это при том, что Нагорная – единственный путь, соединяющий 10 туристических баз с поселком. Особенно сложно здесь проезжать большим автобусом с туристами или, к примеру, пожарной машине. Власти ремонтировать дорогу не собираются, ведь по документам ее просто не существует. При этом и местным предпринимателям расширять дорогу и ремонтировать не позволяют. Участок неузаконен. Все владельцы соседних баз готовы за свои средства узаконить эту дорогу, но администрация почему-то тянет время и под различными предлогами никак у нас не получается это сделать. Оказывается, проводить ремонтные работы на этом участке дороги категорически запрещено, ведь он находится в природоохранной зоне. И данный факт, по словам главы Алтайского района, владельцам турбаз известен. Поэтому я им предложил два варианта. Либо первый вариант, вы платите налоги, значит, соответственно, бюджет, и мы с этих налогов можем даже 95% отдать вам в обратном направлении на дорогу вокруг ваших баз. И второй вариант, вы скидываетесь совместно, значит, и делаете дорогу за свой счет. Вот, они пошли по второму пути, и, соответственно, столкнулись вот с такой ситуацией. Дорога где-то пересекает природный парк Ая. При этом второй путь, который выбрали для решения проблемы, предложен был именно администрации района, подчеркивают предприниматели. Владельцы мелких турбаз дорожные работы начали, но вновь столкнулись с преградой. Узаконить дорогу на местном уровне им так и не дают. Теперь собственники турбаз обратились в краевое правительство с просьбой дать оценку действиям районных властей. Ирина Харитон, Николай Шелко, «Наши новости».